18-й саммит глав государств и правительств стран-членов движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября. Начиная с текущего и по 2022 годы Азербайджан будет председательствовать в данной структуре. Движение неприсоединения объединяет 120 стран, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов на принципах независимости и равноправия. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью CBC заявил, за время участия в движении Баку завоевал доверие и поддержку государств-участников. На последнем саммите глав государств и правительств стран-членов движения неприсоединения было принято решение о проведении 18-го саммита в Азербайджане. Пройдет он 25-26 октября. Азербайджан является участником этого движения с 2011 года и за этот период завоевал доверие и поддержку государств-участников. Проведение в нашей стране данного мероприятия послужит развитию движения, а также укреплению его роли в процессе обеспечения международной безопасности. Фасыны верить.